Ну, подготовка была нелегкая, длинная. 2 месяца готовились к первым боям. У нас 2 хороших сбора. Сбора прошло 3-недельных. 1 в горах, в Среднегорье сбор прошел. 2-й здесь, в Кончезаспе. Сборы очень хорошие, тяжелые. Думаю, набрали физическую форму нужную, чтобы сейчас хорошо выступить. Ну, пока еще не рассматривали, там еще неизвестно, в принципе. Но обязательно будем смотреть и думать, как с ними боксировать. Ну, допустим, у меня весит, там, я знаю, 2 легионера есть. Поэтому, в основном, мне кажется, там будет кто-то из легионеров, но не мексиканцы. Легкие веса, у них очень такие хорошие бойцы, моторные, бьют постоянно. Ну, то есть бойцы заряженные полностью, как бы хорошие. Ну, будем смотреть. Сейчас Ринг покажет. Ну, выйти из группы для начала, а потом уже бороться за медали. Для команды, да. Может, да, для себя, да, да. Не, для себя я хочу лицензию завоевать на Олимпийские игры, поэтому буду бороться тоже, да, побеждать на победу. Ну, не знаю, будет и сборная России у нас против нас боксировать, и сборная Кубы очень сильные такие, которые придется упереться до последнего, да не могу, кровь из носа, побеждать надо будет. Но будем драться, будем боксировать. Шансы есть, конечно.